Сегодня отмечается великий праздник. 9 мая 1945 года советский народ одержал победу над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. В России придумали акцию в память об участниках войны и героях тыла, о тех, благодаря кому мы празднуем День Победы. 9 мая участники идут по улицам городов, держа в руках фотографии родственников, сражавшихся за победу. В нашей стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала в ходе войны. Погибли миллионы людей. Главным агрессором и врагом человечества стала гитлеровская Германия. В 1941 году Гитлер напал на Советский Союз. Через 4 года мы разгромили захватчиков, заставив Германию признать поражение. Ветеранов войны уже почти не осталось. Теперь их дети и внуки идут победным строем. Чей-то прадед боролся за победу в рядах армии, чей-то среди тружеников тыла. Акция стала делом семейным и ежегодно объединяет представителей всех возможных поколений. В прошлом году было более 10 миллионов участников шествия. Сейчас бессмертный полк шагает по территориям уже 80 государств. Люди живы, пока жива память о них. Мы помним, мы гордимся.